Добрый день! В эфире телевизионная студия Международного культурного форума. И сегодня говорим о законодательстве в сфере государственно-частного партнерства. У нас в гостях Игорь Васильевич Шелычкин. Игорь Васильевич, у нас к вам первый вопрос. Новое законодательство о ГЧП. Что оно несет для его участников? Новый закон 224 ФЗ, тот самый закон, о котором так долго говорили специалисты в области ГЧП, юристы, которые, наконец, дождались, конечно, не в той форме, которая ожидалась, знаете, значительно усеченная модель. Тем не менее, это новый инструмент в финансировании инфраструктурных проектов, который позволяет, прежде всего, это самое главное новшество, закрепить право частной собственности на объект недвижимости и связанного с объектом недвижимости движимого имущества в частных руках. Это главное, это революционное, можно сказать, новшество, которое, наконец, нашло отражение в федеральном законодательстве. Кроме того, существенный инструмент, который добавился, институт новый, это оценка экономической эффективности и сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнерства по отношению к проекту, реализуемому в форме государственного контракта. Это тоже новое. Предполагается, что этот момент будет транслирован и в закон о концессиях уже действующий. И именно этот момент заставляет органы государственной власти, как публичного партнера, наращивать свои компетенции в финансовых, прежде всего, вопросах. В связи с появлением нового законодательства возникнет некий переходный период. К чему готовится регионам в связи с вступлением в силу нового законодательства? Здесь надо рассматривать три направления деятельности. Первое – это формально-юридический, то есть приведение законодательства региона в соответствии с федеральным законодательством. Второе – это организационный момент. Надо подготовить чиновников к работе по новым правилам, в новом формате. И третий, я бы назвал его самым важным, это нужно готовить объекты, которые подлежат передаче частному партнеру в плане юридического оформления прав собственности, инвентаризации и, как опять же говорят в среде, которая занимается государственно-частным партнерством, упаковать сами объекты. У нас в гостях был Игорь Васильевич Шелычкин. Мы говорили о законодательстве в сфере ГЧП. Это была телевизионная студия Международного культурного форума.